Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, ну что, 15-й день, забираем 80 миллионов древесины. И будем сегодня продолжать проходить события. Ну, соответственно, награды все соберем, что нам тут принесли наши драконы. Естественно, и железо. Так, 37 штук. Маловато как-то ты мне приносишь ветрокрыл. Очень мало. Тебя уже давным-давно переплюнули другие драконы, которые приносят намного-намного больше, да? Так, этот еще не явился. Так, что мы можем сделать? Мы можем его... Не буду я пока прокачивать. В этом я пока не заинтересован. Так, а вот этого парня, в принципе, можно даже отправить на тренировку. Давай вперед, за древесиной. Буйволорд. Давай, пускай рыбу таскает нам. Ты явился уже. Вот, 70 железа. Пожалуйста, принес и даже не вспотел. Кстати, мы можем его... Да, мы будем его обучать, ребят. 360 железа я потрачу, но по итогу он мне может потом приносить соточку просто за один полет. Так, перейдите в кузницу, чтобы... Подожди, что нам не хватает? А, нам не хватает 360 нужно. Сори. Подожди, как кто-то же у меня еще был отправлен за железом. Я не помню, правда, кто. Так, фейерверк прокачался. Может быть, нам еще ему один уровень поднять. В принципе, с удовольствием, но у нас не хватит, скорее всего, ресурсов. Скорее всего, не хватит ресурсов. Ладно, давай посмотрим еще раз внимательно. Где-то что-то мы, наверное, пропустили. Пускай пока летит за рыбой. Но ты-то, в конце концов, будешь у меня прокачиваться в титаны? Ну, неужели? Неужели он созрел? Бремя гонильца. Все, ребята, он получил статус титана. Прокачивать стоит ли? Конечно, стоит. Все, пускай идет, тренируется. А вот, друзья мои, и не хватает все равно, а? Ты посмотри. Все равно нам не хватает. Что же нам тогда сделать? Может быть, его... Смотри, он соточку, и тот соточку 200, да? 200 не будут нам приносить, добывать. Необходимо улучшить академию до 15 уровня, чтобы повысить... До 15 уровня академию нужно прокачать? Вы сейчас серьезно? Погоди-ка. Для того, чтобы прокачать академку, нам нужно... Нам нужно 6350 викингов. Так. Требуется великая кузня 6 уровня. Идем к кузне. Так, кузня. Для того, чтобы прокачать... Подожди секунду. Для того, чтобы прокачать кузню, нам... Нам нужно 15 драконов. Короче, 112 уровень у нас есть один. Ты понимаешь? Есть у нас теперь уже один дракон 112 уровня. Значит, и нам еще нужно 14 драконов прокачать до такого же статуса. Ё-моё. Да, друзья, придется нам тут попотеть еще не один годок, я тебе так скажу. Так, ну что ты мне принесешь здесь? Шестеренки, да? Ладно, сарделька, иди в погоню бесплатно. Все. Дальше идет у нас барсик.
Барсик нам дает 8 рун. Пускай летит в хижину. Так, кривоклык. Руны предпочел нам выдать. Отправляем его дальше. Грамгильда. Грамгильда, ну, ага. Я думал, сейчас даст тусклый янтарь. Но по итогу нам, как всегда, достается. Слушай, смотри-ка, руны 12 штук, я думал, сейчас выдадут нам тусклый янтарь. Ну ладно, хорошо, отправляем в приключение. Естественно, в драконий край. Так, что принес мне Беззубик? Топорик, как раз то, что я заказывал. Отправляем его дальше. Сейчас, значит, блин. Да, ребята, сегодня было обновление, поэтому вот так вот придется подождать. Так, вот он, пак, открываем. Шепот смерти, кривет, громобой, ужасное чудовище, душитель. Опять громобой защитник и все. Никаких редких, ничего нам не подсунули. Так, на рынок. На рынок. Задание. Так, сейчас получим следующую награду. Следующая награда у нас заключается в выдаче 250 яиц сладких. 670, а там, по-моему, нужно 750, если я не ошибаюсь, для того, чтобы последний шанс выбрать. Да, 750. Обалдеть. Блёсткосып и змей-свист. Они что, совсем брякнулись? Такие ценники тут выдавать за каких-то обычных редких дракотов. Не знаю, ребят, на кого это рассчитано. Ну, явно не на меня. Так, ладно, давай открывать паки. Костолом, душитель, громобой. Так, чутка ресурсов, даже железо выпало. Монета Одина. Древоруб, шепот смерти, костолом дикарь. Ну все. Все паки открыли, что могли. Давай теперь посмотрим, что у нас тут драконы наши принесли. Корма плюс тусклый янтарь. Ну а ты, руны и опять же тусклый янтарь. Отправьте легендарного дракона на поиски. Ну тут уже, ребята, остатки роскоши. Через 19 часов, как говорится. Наверное, все у нас, точнее, даже через один день, 15 часов, у нас все это сбросится. И, возможно, будет какое-то новое событие. Так, этого я отправляю за древесиной. Тебе тогда мы отправим. А что мы можем его отправить, ребят? Никуда. Он будет просто по коту постоять. Пока мы с тобой, видите ли, не прокачаем великую кузню. Великую кузню. Да, ты ее замучишься прокачивать, если честно. 15 драконов нужно. Ну что, давай-ка мы тогда этого, наверное, отправим, да? Опять же, на поиски топориков. Ну, если мы уже начали с тобой именно топорики собирать. Пускай собирает. Отправили мы Беззубика. Так, на рынке у нас что-нибудь есть? Нет. Для меня ничего полезного там не нашлось. Ну, вроде бы как и все. Здесь больше нам не отправить, как говорится, не прибавить. Хотя есть еще маленькие супостатики, которые готовы прокачаться. Ладно, пускай качаются. Так, а тебя? Слушай, а я могу его отправить? Блин, академка теперь забита. Кем она там забита, я не пойму. Вроде никого не отправлял. Но тут почему-то очень много кто находится. Ну что, все, я готов приступать к дальнейшему прохождению события. Открываем. Вперед из песни, у нас как раз будет сейчас мини-босс. Мини-боссик собственной персоны. Кстати, мы с тобой не заглянули на нового нашего наездника, да? Точнее, на нашего нового дракона.
Хоть проверить, что он там делает. Ах ты жук. Это же сородич скалотреса, насколько я могу понимать. Все, здесь мы ушатали. Последняя волна. И их сразу здесь трое. Так, этот промахнулся, а так ему и надо. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Через отхил. Так, у нас музыка, точнее, звуки боев куда-то опять пропали. Вечно вот так вот. Вроде бы должно с обновлением, ребята, все только улучшаться. У нас, блин, все только ухудшается почему-то. Давай, наверное, сюда зарядим. Я боюсь, сейчас он как влупит свою мощную суператаку. Угу. Ну, змеевик явно здесь не проживет долго. Хотя, смотри, он что сделал. Он вот когда бросает, ребят, шипы, он отнимает у нас энергию. Когда он именно вот этим вот хвостом бомбит. Так, ну что, здесь и, скорее всего, добивка. Сейчас будем смотреть, что нам будет выпадать. И это древесина. В принципе, неплохо. Древесина нам пригодится для того, чтобы отправлять драконов на поиски железа. Ну, а у нас обычный поединок, после которого получаем пак. Лаворык плюс душитель. На этот раз вообще вся музыка исчезла, даже звуки боев, как мы слышим. Точнее, мы вообще ничего не слышим, потому что тут такое затишье. Слушай, ну этого быстро мы распетрушили. Так, лаворык. Лаворыгу здесь тоже, я так понимаю, ничего не светит. Шансов выжить у него практически... Да не практически, а нет вообще. Просто нету. Сейчас мы его запинываем. Он, возможно, щиты повесит. Да и даже этого не стал делать. Ну, тогда извиняй. Так, ну а здесь у нас... Хорош, ребят, хорош. Буянит-то. Сейчас мы с этим разберемся. Блин, ну кривоклык, ты же обычно критуешь. Не мог добить этого супостата, что ли? Свои фаербольчики тут выплевывает. Так, я думаю, что здесь надо вот так. Понизить броню. Укусить. Барсик, вперед. А что так мало? Ты отнимаешь здоровье. Вот совсем другое дело. Так, а теперь давай-ка мы прокачаем нашего штормореза. Вот он. Улучшить. Ну вот, друзья мои, совсем другой разговор. 18 уровень он у нас получает. То есть он прервонялся по силе вместе с кривоклыком. Амбарсик у нас остается такой самый слабенький. У него 41 карточка, а нужно 160. То есть, ну, как минимум еще 120 карточек нужно найти. А они не выпадают, как назло. Ну что, у нас мини-босс впереди. Давай-ка глянем, кто у нас тут будет из себя представлять мини-босс. Так, тройной удар. Ну, его в первую очередь, наверное, начнем колбасить. Потому что стражей бомбим всегда в последнюю очередь. Слушай, ну черный, он так прикольно выглядит. Подожди-ка, давай, наверное, вот так все-таки. Тройной удар. Черненький, он выглядит лучше, чем синий. Так, хильнемся, потому что у нас у кривоклыка мало было здоровья. Ага, заблокировал способности, но это ничего страшного. Барсик, добей его. Громорог и опять же шепот. Ну, поехали, начнем с шепота, потом громорог, они хитрецы, да, с хитрыми мы довольно быстро разбираемся. Да что тебе, ну, кривоклык, ну, опять ты подводишь, а? Хорошо, что этот потратил энергию на усиление, потому что ему здесь недолго осталось. О, рыба, ну, правда, очень мало, всего 75 миллионов. Как говорится, ни туда и ни сюда. У меня любой дракон приносит больше, чем они мне здесь выдают. Так, ну что, после этого поединка мы заберем с тобой 50 рун.
И, насколько я помню, мы хотели открывать новые территории, да? Копить руны для открытия новых мест, где мы можем располагать наших драконов. Ну и, соответственно, их прокачивать. А можно, знаешь, что делать? А можно копить руны для того, чтобы, например, открыть легендарных драконов. Ну да. Только я представляю, сколько там потребуется рун. Очень много. Так, слушай, вот этого надо как можно быстрее сейчас уничтожить, потому что он, если накопит достаточно энергии, он сделает массовую атаку с отравлением. Так, он решил хильнуться. Это и хорошо, он тем самым потратил всю свою энергию и дал нам возможность его уничтожить. Ага. Слушай, ну это не похоже на змеевика, это больше похоже на сородича стального капкана. Его манера поведения боя. Выпускать вот эти вот шипы. О. Блин, вот когда он, ребят, прапывается вот таким вот, да, бафом. Лютым он становится. Очень лютым. Ну, уже получше рыба нам пригодится. Ну что, забираем 50 рун. Сколько там у нас еще? Последняя энергия. 50 руночек. Ну что, 1500 почти уже накопили. И переходим на последний поединок. Кстати, ты видел здесь награда? Набор этот плеваки. Набор плеваки. Такое длинное событие для того, чтобы получить набор плеваки. Ё-моё. Ну что, поехали. Раз... Блин, надо было не так делать-то, ё-моё. Надо было бомбануть с понижением брони, и все, и громорог бы уже бы был бы готов. А я зачем-то применил укус. Давай, наверное, так вот сделаем. Хлоп. Да ёк-макарёк, что ж ты... Я думал, сейчас все-таки добьет. Кревет плюс шторморез, ну... В принципе, с любого можно начинать. Они хитрецы, поэтому разбираются легко. Еще и не попал. Еще и не попал. Так, понеслась душа в рай. Начинает. Кревет, как всегда, в своем репертуаре. Хлоп. И добивка. 37,5 миллионов древесины. Так, ну что, друзья. Останавливаемся здесь. В следующей серии нам достанется 3 пака. И набор плеваки, самым последним. Так, что у нас тут? Ага, тусклый янтарь, созрел. Созрел. Давай-ка мы еще, наверное, закажем. Что я хотел? Я хотел посмотреть... Блин. Расширить академию. Сколько стоит? 6 тысяч. Ё-моё. Да, дороговато. Расширение 3500. Это для того, чтобы добраться до еще одной лесопилки. Вот для чего нужно это, ребята, расширение. Да. Да. А разблокируйте эту территорию. А чтобы разблокировать, это нам нужно... Вот здесь, по-моему, да, построить мост. Потом только сюда зайдем, сможем расширить. Тут вот еще одна лесопилка. Короче, не все так просто, не все так быстро, как кажется. Так, 128 миллионов. Все, денежек больше нету. А для того, чтобы прокачать эти статуи, что нужно? Например, улучшить. Угу. Кстати, а сколько у нас вообще накопилось уже янтаря? 82. Извоение дрессировщика титанов. Это что у нас дает? Обучайте дракона святилище Валки быстрее и за меньшую цену. Вот кто мне сказал, да? Вот это вот. Соберите все, что собрал ваш дракон одним движением. 8500. Сезон извоения производит ресурс и... Так, повышается, да, скорость?
Ну, как мы понимаем, еще пока очень мало у нас янтаря. Изваяния пока я не буду, ребята, покупать. Наверное, все-таки сделаем акцент на том, чтобы приобрести вот это вот все, что здесь дается. Да? А укротитель драконов это что дает? А, выводит детеныша быстрее. Такое себе, да? Потому что детенышей мы не так уж часто и выводим. Будем честны. Рыбий хвост. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Придет к тебе рыбий хвост. Так, ну что, мы вроде бы все сделали. И можно на этом останавливаться. Но... Но я, пожалуй, наверное, еще схожу все-таки на арену, друзья. Я знаю, что у нас не хватает всего одного пака. Но, тем не менее, его не хватает. Так-так-так. Два стража как-то не очень хорошо получается. Два стража, блин, мы их замучимся бомбить. Они-то сейчас будут нам тут вписывать по полной программе. Как всегда, Барсик. Бедненький мой. Получает. И этот туда же, да? Как промахнулся. А знаешь, что я тебе скажу? Что сейчас будет? Сейчас будет офигенная неприятность. Смотри внимательно. Да. Вот это трэш. Ну что, да куда? Вот почему ты не стал бить сюда, а? Ну а ты? Смотри, а? Поумнели. Блин, два хода, мы просто в спячке. Проснулись, когда уже поздно. Надо же, переключился. Сейчас добьют, мне кажется, да? Ё-моё. Ну и как нам вот, скажи-ка мне на минус, как я буду... Ага, давай так сделаем. Блин, все равно как-то слабенько кусаем. Надо бы его успеть еще бомбануть, потому что, скорее всего, тут на ничью идет. Ну да. На ничью, ребята, он тянет. Специально тянет время. А у меня не хватает дамага, чтобы его прижучить. И сейчас опять хильнется. В общем, ничья. Угу, а вот здесь... Ну что, я думаю, что Роза Ветров, наверное... Или кто это? Не Роза Ветров, это, скорее всего, Шипорез. Нам будет проще его разобрать сейчас. Так, так, и добиваем. Блин. Зашибись, добили. Я думал, сейчас сделаю свой суперудар, но сам видишь прекрасно, что он натворил. Чё-то непруха сегодня какая-то, я тебе скажу. Вообще непруха. Так, надо будет этого брать. Сейчас он глушить будет. А скорее всего даже уничтожит. Промахнулся? Ух, тогда я не завидую. Но опять же, нам хильнуться никак нельзя. А что мы без хила здесь делаем? Фиг его знает. Так, так. Так. Давай с разбега своего колледжа бомби. Красавчик. Вот это я понимаю, помощничек. Так, он оглушенный. Укусим. Все, проснулся. Сейчас будет защиту на себя клепать. Все, нет. Ничего подобного он не стал делать. Отлично. Ну, смотри, здесь у нас опять же ветрокрыл. Ну, вот это тоже нам как бы не особо здесь симпатизирует парень.
по-быстренько его попробуем уничтожить. Вот, совсем другое дело. Так, теперь копим с тобой энергию для того, чтобы вот этого взять. Блин, не хватает. Не хватает. Я хотел взять его под контрольку. Если этот сейчас суперудар еще зарядит. Блин. Зашибись. Он еще и заблокировал способности. Ты прикинь, я ничего не могу сделать. Сейчас, сейчас, сейчас мы возьмем его под контроль. Вот так вот. А дальше пускай что хочет, что и делает. Да, конечно, ага. Держи карман шире. Все, у нас уже накопилось на следующее. На следующее превращение, так скажем. Если я, например... Ну-ка. Фух, рискнул все-таки. Так, ну что, друзья, выпал нам обычный пак. И открываем пак вождя. Крылатый ужас. Кошмарный пристиголов. Экзотический дымодышащий и кривоклык. Вот так вот. Я хотел посмотреть на кого? На нашего нового... наездника. Я уже забыл, где он там находится у нас. Ага, вот он. Блин, его обучить еще надо было. Всего три? Да. Территорию-то надо расширить. Так, древесина. Нам не хватает 80 миллионов. Всего лишь 80 миллионов древесины. Есть желающие, кто... Да, это слишком мало. Да, конечно, за такое короткое время вряд ли кто-то тебе принесет 80 миллионов древесины. Но я все время забываю, что у нас есть палочка-выручалочка. Я все время об этом забываю. Так, древесина у нас находится вот здесь. Да, я хочу купить. Ну вот. И что-то я забыл. Куда я древесину-то эту покупал? Фига у меня с памятью-то что стало, а, друзья мои. Да, у нас и здесь еще была древесина. Твою налево, надо было сюда глянуть. Ладно, где наш этот? Вот, убираем здесь или здесь, наверное, лучше. Давай здесь. Так, сколько там еще не хватает? Давай-ка, может быть, нам хватит вот этого вот. Да, хватает. И рядышком тогда сразу тоже уберем. Офигеть, два дня будут убираться вот эти вот валуны, ты представляешь? Так, я могу еще, например, купить? Нет, не могу, я могу только с рыбой купить. Не очень, я бы даже сказал, мало рыбы нам дали. Крылатый страж. Такой маленький, ой, не видно там этого крылатого стража. Все готовы обучаться, абсолютно все, но места в академке нету. Ну что, друзья, тогда, наверное, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.